Здравствуйте, всем привет, всем ребята, дамы, господа. Ребята, дамы, господа, сейчас я ем молоко с картошкой. Блин, я пока не переживаю маленько. Молоко я не ел ни разу, никогда. Я вообще не знаю, как я прикоснуться не знаю как. Она же из моря, да? Из рыбы, да. А рыба из моря. Молоко. Ням-ням. Не, может, я не буду молоко? Нет. Оно какое-то невкусное. Может, просто пару огурчиков дать? Нет. Молоко вкусное. Нет, ну... Ешь, а я тебе что? Нет, будешь ешь. Я тебе везла, я не просил никогда. Вкусные молоки. Нет. Нет. Дай огурчиков, пожалуйста. Нет. Ешь. Не могу. Ешь, я что, утерю? Да. Не хочу. А, себе поставь. Что тебе не нравится? Я не хочу, а вкусно, мне тошнит. Ешь тогда одну картошку, чего я тебе могу сказать. Да ладно, я съем ради тебя. Ешь одну картошку. Не надо. Я съем. А она съедобна? Ну, естественно. Я всю жизнь их ела. Каждый день? Ну, постоянно, частенько. Я даже всегда просила, чтобы мне купили молоко и пожарили. У тебя это вкусовые рецепторы маленько изменены. Они не настоящие. Настоящие. Нет, для вкусовые рецепторы измененные, геномодифицированные со временем. Молоко никто не любит. Я обожаю. Давай сниму, кто-то есть молоко. Давай сниму сейчас видео, кто-то есть молоко. Но остатки на вечер обнимаю, сниму, да? Ну, конечно, там много останется. Как ты будешь есть молоко? Угу. Да. И прямо вот так сверху будет. Да. Да. Да я вот главное, что он съедобный. Сейчас я тебе прочитаю про молоко. Сейчас я тебе скажу про молоко. Молоки. Икаю. Я икаю, но не рыгаю. Я рыгаю, но не икаю. Вот они, молоки. Рыбьи молоки содержат все ценнейшие белки, жиры и аминокислоты, необходимые человеку прежде всего для профилактики многих заболеваний. Богаты витаминами В1, В2, В12, С, А, Е, РР и микроэлементы. Что такое ЕР? Что витамины. Я не помню. Магнием, фосфором, калием, железом, натрием. Употребление молока является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Вот тебе их нужно есть, а ты говоришь, ты их не будешь есть. Ну ты же не будешь каждый день их готовить. Ну каждый день нет, но сейчас хотя бы пока есть. Это так всегда говорю. Всего лишь 90 калорий на 100 грамм, низкокалорийные. Употребление молока является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Молоки рыбьи полезны для работы головного мозга, нормализуют уровень холестерина в крови. Наиболее полезны молоки лососевых и осетровых рыб. В них присутствует вещество, которое активизирует противомикробный и противовирусный эффект. Также в молоках содержится вещество протамин, которое широко используют в медицине. Выделяемые из молок вещества добавляют в БАДы и используют в косметологии. Все, противопоказаний даже нет. Я знаю тоже, что добавляют в косметологии. Нет. Может мазаться тоже. Я съем ради тебя. Потому что ради себя я буду тянуть молоко. Не хочу. Как гласит легенда, именно молоки были любимой закуской русского Казанова Георгия Распутина. Знаешь, кто такой Распутин? Что-то знакомое, но я не помню. Время царя. Начало 20 века.
Он был при дворе царя последнего нашего. Видишь, даже в царе ели молоко. Не, он не царь был, он его этот был. Распутин. Он при дворе у него был очень важный. Вот так вот. Молоко. Давай песню споем. Молоко, молоко, ты везде, повсюду и всегда. Молоко, молоко, во всех морях и океанах. Молоко, молоко, ты любима всеми, ну не мною. Молоко, молоко. Мне нравится очень вкусное молоко. Мне классный рынок, кстати. Вот зачем... Вот крабовый магазин, если на рынке есть крабы. Там рынок круче, чем даже на центральном. А это чего? Это веточку вот эту много достал. Это зеленушки. Ох, ребятки, нос аж захрипел от молоки. Специалисты рекомендуют употреблять молоки в качестве иммуномодуляторов, то есть если включать их в рацион питания в самом начале простудного заболевания, то оно или не разовьется, или пройдет в более легкой форме. Молоко. Угу. Лучше свежее молоко, чем молоко. Ну ладно, я понял. Мы сегодня икру видели, ребятки, красную, я что, 700 чем-то рублей, 100 грамм, да? А чья икра по 40-50 тысяч за килограмм, чья икра? Может быть такая? Щуки, наверное. Думаешь? Угу. Не может быть. Какой щуки? Я не помню. За 100 грамм это получается 4000, чья икра? Карпа какого-нибудь? Может. Ну ладно, пойдем. Молоко. Витамины там. Б, Е, Р. А Р это что за витамин? Р? ПП. Ну, РР русский или ПП английский. Ну, что это за витамин? Это, кстати, диетический продукт. Кальций есть? Есть. Значит, это рыба, кальций должен быть. И, кстати, при сахарном диабете это есть. О! Мало кто знает, рыбий молоко – это природный мужской афродизиак, рекомендуемый при мужской импотенции. Не надо мне. Наоборот, у тебя нормально все будет. У меня и так нормально. У меня стоит как надо. Ой, Руслан! Ну что? На это он не повлияет. Но он стоит как надо. Ну, пусть стоит как надо. Да. Плохо было бы, если бы не стоял вообще. Да. Почему? Хорошо было бы, наоборот. Да, милая? Я не буду молоко. Но опасный. Вот написано, рыбьи молоки не способны нанести вред организму человека. Не способны. То же самое, что рыба. Ты же рыбу ешь. Ну ты сказала, она просит. Нет, это не. Он дизиак. Он дизиак. Ты же рыбу ешь, то же самое. Да нет, рыба другая.
У меня же крепко стоит в основном. Вот. А мне не надо слишком, чтобы было. Да не будет слишком. Слишком ни у кого не бать, если будет коня. Все, пока, ребятки, не надо больше не могу. Ой, коня, коня. Какие мысли позже? Коня. Что коня? При чем это так? О! Я сегодня доязву посмотрел, я был в шоке. Они говорят, что они сильно красивые. Да? Да. Прям в сторис, прям вот то, что они победили в конкурсе, то, что вот это поколение, то, что они красивые. А это при чем? Не знаю. Они думают, что они гордятся этим зря. Сейчас красивые, может, через год будут некрасивые. Понятно, конечно, внешность изменчива же. Вот знаешь, сколько актеров было вот прекрасно? Угу. С кем стали? Может, я через год стану красивее всех? Может. Похудею. Плюс еще пенка для лица буду постоянно мыться. И все, я стану красивее, чем все. Зуб мне мешает для этого. Зуб мне надо. Был бы у меня зуб? Я хочу, кстати, зуб, знаешь, какой? Серебряный. Серебряный зуб. Угу. Он, знаешь, серебряный зуб, он постоянно дает полезные вещества в организм. Он представь, вот сколько лет будешь ты серебряным зубом носить, ты будешь жевать, и в еде будут эти частички серебра. Ты знаешь то, что бывает даже вот у человека язва там или эрозия, специальными препаратами даже и на основе серебра поливают желудок, знаешь? Да. Ну, вот. Или серебряные ложки в чай кладут. Не, вообще говорю, даже опыляют желудок серебром. Угу. У меня когда эрозия раньше была там, и все, вот как вот, даже смотрели, можно желудок серебром опыливать. Угу. Там в больнице, понятно же, там все это делают. Вот. Так что я говорю, даже серебро это важно. Я зуб ставлю серебряный. Да. Вот. И все. И будет круто. А кто, по-твоему, красивее? Гаязов или этот? Или вот этот? Вот этот бумбулятор, который приезжал, вот он. Ну, который вот приезжал в Хакасию, в Абакан. Ганвес. Гаязов, конечно. Ну да. Вот видите. Ну, если между ними сравнивать, Гаязов. Ну, а я и говорю. Ганвес-то он, это... Весь исколотый, изрисованный, в зубах не пойми, что вставлено. Кстати, он пародию сделал. Кстати, его стиль пародия на западного рэпера. Угу. Я вот недавно увидел, западный рэпер есть. Ему показывали Ган Вест. Он не против, что он такой же стиль взял. Угу. Да вот. Всем пока. Удачи, радости, успехов. Мы позитивнее всем, ребятки. Вы посмотрите наше видео, сразу поймете.